Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Это видео про WordPress. Нашел бесплатный интересный плагин. О таких плагинах я еще не рассказывал. Мы все с вами привыкли пользоваться, например, конструкторами или какими-то мощными шаблонами, где все у нас двигается, все насраится, все цвета. Но что делать, если нам нужно настроить так называемый scroll-бар? Это такой ползунок, который сбоку мы мышкой так тянем, да, чтобы пролистать сайт. Как правило, такой элемент не настраивается ни в конструкторах, ни в шаблонах. Ну бывает исключения. Недавно наткнулся на такой плагин, так почему бы вам о нем не рассказать? Давайте посмотрим, какие там есть возможности, как это можно все оформить в цвет и стиль нашего сайта. Итак, переходим на наш с вами WordPress сайт. Я буду использовать свой тестовый сайт с использованием конструктора страницы Elementor. Сразу хочу сказать: у меня какие-то проблемы с этим плагином именно в Elementor. Как будто бы не хватает позиции Z-индекс для этого плагина. То есть некоторые блоки Elementor перекрывают этот ползунок. Ну, у меня так вот видится. Не знаю, попробуйте вы. С конструкторами не знаю, как это будет работать, но если вы используете просто шаблон. А, то есть тему для WordPress. Возможно, у вас ну, как бы проблем не будет. И давайте посмотрим, что за плагин. Переходим в плагины, добавить новый название плагина. Вообще, если вы это видео смотрите с YouTube, ссылку под этим видео я оставлю на свой сайт fedorovasiliev.com, на статью, где будет информация об этом плагине. Если вам просто лень писать в поиске, чтобы найти плагин, просто скопируйте название с моего сайта из статьи. Ну или поставьте на паузу. У него достаточно длинное название. Давайте на него посмотрим. Ну или просто я вот сократил в поле поиска плагинов Customize Scroll Bar. Вот его иконка, логотип этого плагина. Он у меня уже установлен, я уже его смотрел. Если кто еще не понял, что за Scroll Bar, это вот эта вот полоса, за которую мы мышкой прокручиваем по сути сайт. Сейчас он выглядит стандартно, но мы его сможем настроить с помощью вот этого бесплатного плагина. Итак, я его активирую. Находится этот плагин настройки. Вот он. Advanced Scroll Bar Setting. Настроек здесь немного. Но давайте рассмотрим. Первая опция. Синий цвет. Можете задать любой цвет. Это цвет именно самого вот этого ползунка, за которым мы тянем мышкой. Вот эта опция настройка цвета. Это по сути та область, где вот она ездит. Вот этот ползунок можно задать цвет. Сейчас я это сохраню, и вы посмотрите визуально, как это выглядит. Вот эта опция, это скорость прокрутки сайта с помощью колесика мыши. Ну, можете поиграться просто значениями, посмотреть, как будет лучше. Следующая опция, как работает скрытие полосы прокрутки. И выбор есть. Он это включить, Off выключить. Только курсор. Вот если на этом уровне нажмем ⁇ Сохранить настройки ⁇ пойдем обновим сайт. А, вы видите, вот он, ползунок появляется. И он появляется, когда я прокручиваю. Вот я прокручиваю. Но здесь вот есть вопрос. Все-таки. Он сейчас скрывается по настройкам или же есть проблемы с элементом? Тут надо просто потестировать. Вот за сам ползунок я кручу. Вы видите, у меня желтая полоса достаточно толстая, потому что я ее так увеличил. Сейчас мы дойдем до этих опций. Синий вот этот как раз-таки. Но ну, вы видите, да, что полностью дизайн настраивается. Можно еще вот этими моментами поиграть, посмотреть, как ведет себя плагин. Сейчас я его выключил. И происходит, ну, как бы непонятно, он как бы немножко мигает, исчезает. Вот, то ли это проблема с элементом у меня, то ли это настройки так себя ведут. И давайте попробуем еще вот этот вариант. То есть, видимо, на это никак это у нас с вами не влияет. А, ну, это у нас получается влияние на сам ползунок. То есть если я мышку не двигаю, ползунка не видно. Но всегда видно а, вот эту полосу, где он ездит, желтую. Начинаю мышкой прокручивать, он появляется. Мышкой без действия, тогда опять он прячется. Вот именно сам вот этот ползунок. Но все равно вот здесь вот, вы видите, в некоторых моментах он полностью прячется. То есть здесь какая-то все-таки, наверное, проблема именно с Elementor. Изменение скорости полосы прокрутки во время прокрутки тоже можете поиграться с этими опциями. И самое, что здесь меня удивило, это мы можем назначить слева. Я такого не видел ни на одном сайте. У нас как-то вот стандарт, что оно у нас справа. Посмотрите, ползунок у нас появляется слева. Возможно, это для левши, я не знаю. Я сам левша, и как бы я все равно привык к ползунку, который у нас справа. Следующий чекбокс – интересная опция. Если мы его включаем и сохраняемся, он позволяет прокручивать сайт как на сенсорных экранах. То есть наша мышка превращается в ладошку. Вот давайте посмотрим, как это выглядит. Смотрите на мою мышь. Сейчас у меня ладошка. Не знаю, будет ли видно это на экране. И я могу просто зажимать левую кнопку мыши и просто оттягивать сайт прямо за сайт. То есть практически как на сенсорных дисплеях. Вот я спокойно это делаю. Здесь есть еще одна вкладка с настройками. Давайте сюда перейдем. Ширина полосы прокрутки. Это 20 я задавал. Давайте сделаем, например, 7 пикселей. И сразу, чтобы понимать, где это отображается. То есть это получается 7 пикселей сам ползунок. Сам ползунок. Такой тонкий. Если вы хотите его настроить, то почему бы нет. Scroll bar border. То есть это у нас получается рамка. 3 пикселя. Я поставлю один пиксель. Solid это сплошная рамка. И это белый цвет у рамки. То есть можно задать свой цвет. И даже можно задать скроллбар board радиус. То есть это скругленные углы этого нашего скролла. Сохранить. Давайте посмотрим. То есть такая достаточно тонкая полоса у нас с вами получилась. Вот такое вот получилось видео. Напишите в комментариях, интересно ли вам был этот плагин, будете ли вы применять их у себя и есть ли у вас проблемы с этим плагином, то есть работает ли с вашей темой, с вашим конструктором и так далее. На этом я видео заканчиваю и увидимся с вами в следующих видео, друзья. Пока-пока.